Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости моего канала, здравствуйте, все парфолюбители. Сегодня у нас видео, посвященное новым ароматам, а вернее одному из серии, которую выпустила компания Pharmacy. Серия не имеет названия, в ней три аромата, которые объединены вот таким общим дизайном. Ну что ж, с дизайна мы и начнем. Мне нравятся вот эти такие матовые флакончики. Но, конечно, много вопросов вот к этим белым пластмассовым легким крышечкам. Как по мне, они упрощают ароматы. И давайте проведем эксперимент. Вот вместо такой крышечки, да, вот так он выглядит, аромат «Полуночная муза», «Midnight Mousse». Сразу, да, таинственный такой должен аромат быть, фантастичный, загадочный. И я поменяю крышечку. С вашего позволения я возьму Джульет Хасахан Citizen Cream и одену на парфюм от Pharmacy вот такую серебристую крышечку. Друзья, посмотрите, как сразу заиграл флакончик, как хочется сразу его приобрести в свою коллекцию. Поэтому дизайнеры компании Pharmacy, обращайте внимание и на крышечки, потому что это как шляпка, это как красивая прическа. В общем, я считаю, что вот флакон и его красота – это произведение искусства. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, важно ли вам красивый вид флакончика и крышечки. Итак, сам аромат. Полуночная муза вот в такой идет сиреневой коробочке. И нам заявлен этот аромат как аромат про жасмин. В компании Pharmacy есть аромат про жасмин. Все любители знают вот этот замечательный нежный аромат Бьянка, где жасмин будет такой мягкий, женственный. Он напоминает аромат от Кевина Кляйна Beauty. Кстати, видео есть на моем канале, смотрите, пожалуйста. Так вот, какой же жасмин у нас в музе? Конечно, я уже протестировала этот аромат. Могу вам сказать, что он совершенно другой. Итак, обо всем по порядку. Этот аромат яркий, восточный, древесно-цветочный. И жасмин в нем холодный, пронзительный. Вместе с экзотической влажной древесиной. Несладкий аромат, шлейфовый, любит воздух. Его время как раз это зима и начало весны. И знаете, очень-очень похожий на что-то аромат. Если интересно, оставайтесь со мной, сейчас обо всем поговорим. В интернете уже появились картиночки. Вот такие, что он похож на парфюм от компании Hugo Boss Alive. Живой. У меня есть пробничек этого замечательного парфюма. Я их сравнила. До этого я не знала этот аромат. Специально выписала пробничек, чтобы сравнить, так или не так, похожи они или нет. Ребята, это совершенно разные ароматы. Совершенно разные. Они даже близко не стояли. Они не то, что там не аналоги, они даже не близкие по звучанию. В Alive здесь у нас яблоко, корица, слива и мадагаскарская ваниль, которую отличить просто ни с чем перепутать нельзя. Это сладкий аромат, а наш аромат совершенно другой. Но я таки нашла, на что он похож. Давайте посмотрим. Аромат от 2005 года знаменитой французской марки Thierry Mugler, который называется «Пришелец», «Alien». Классическая его версия, вот такая красивая, сиреневая. Поэтому у меня сегодня сиреневое платье. Итак, аромат Alien. Вот, вот он. Вот он тот же самый пронзительный. Пронзительный жасмин самбак с амброй, с древесиной. Друзья, они очень похожи. Конечно, скажу вам сразу, что наш аромат будет немножко прозрачнее по сравнению с Мюглером. Но это и хорошо. Если в Алине нужно буквально дозу, да, чуть-чуть, прям вот минимум, то нашим ароматом можно душиться, и вы будете знать, что ну, передушиться им нельзя, да, то есть его хочется на себя наносить. Что могу вам порекомендовать? Все-таки тестировать этот аромат на коже, потому что так же, как пришелец, 50% женщин его обожают. 50% женщин его ненавидят. Поэтому вполне вероятно, что и с нашей полуночной музой может случиться вот такая же история. Если
вам аромат этот подойдет, вы будете чувствовать в нем себя королевой. Если нет, то вы протестировали его, да, и поняли, что это не ваша парфюмерная история. Очень надеюсь, что он вам понравится. Ну что ж, если видео было полезно, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Мне безумно интересно, как на вас раскрылся этот аромат, подружилась ли муза с вами. Вот, пишите, я всегда отвечаю на все ваши отклики. Я вам безумно благодарна за эти отклики. Мира вам, счастья, и пусть ароматы добавляют счастья в вашу жизнь.